Машины экстренных служб, пробка и угроза взрыва. В минувшие выходные между деревнями Лапсары и Карачуры произошла авария с участием бензовоза. Срочно сюда МЧС! Бензовоз здесь! Столкновение бензовоза! Топливо уже вытекает! ДТП произошло на трассе М7. Прибывшие на место правоохранительные органы в считанные минуты перекрыли опасный участок дороги. Очевидцы происшествия отмечают, на проезжую часть вытек бензин, который мог вспыхнуть от малейшей искры. В случае взрыва пострадать могли не только участники дорожного движения, но и близлежащие населенные пункты. Проезжал минут через пять после этой аварии бензовоз в кювете с пробитым баком. Бензин хлещет на землю, кабина в смятку. Второй участник ДТП – фура. Кабина тоже повреждена, но слабее. Из пробитого бака фуры на асфальт сыпался какой-то белый порошок – гранулы. Объехал справа по обочине, страшновато было, так как в 10-15 метрах от меня наполняющееся озерцо бензина. Потом по радио слышал, что дорогу перекрыли. Бензовоз в кювете со смятой кабиной. Грузовой эвакуатор уже подъехал. Вся дорога засыпана песком и дежурит экипаж пожарной охраны. Позднее выяснилось, с бензовозом лоб в лоб столкнулась большегрузная фура, которая по каким-то причинам вылетела на встречную полосу. Ну, мы здесь усматриваем разные факты. Во-первых, здесь, значит, и дождь прошел, ведь, значит, она скользкая, получая проезжая. Во-вторых, мы рассматриваем, что данный участок, он сейчас у нас является и очагом аварийности, там имеет колейность. На владельца, значит, дороги, управления ложкой дороги, мы вставляли административный материал, имеется у нас выданы предписания. Но хочется отметить, что все факторы аварийности, это человеческий фактор, первый зависит. Если скорость не была бы такая высокая, где мог избежать и остановить транспортное средство водитель, который тягача шел, я думаю, могли бы избежать данное происшествие. Водителей столкнувшихся автомобилей с травмами доставили в больницу. К счастью, в аварии никто не погиб. Впрочем, помогло здесь не чудо, а скорее грамотное и даже героическое поведение сотрудников ДПС, которые вовремя перекрыли дорогу и организовали объезд. И здесь сработал инстинкт сотрудников госавтоинспекции, которые ехали неподалеку, то есть несли службу на данном участке и оказались мгновение на этом месте и приняли все меры по предотвращению чрезвычайных происшествий. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося и проводится проверка. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.